В МВД показали новую форму полицейских. В обмундировании металлические жетоны и кокарды решили заменить на текстильные для большего комфорта и безопасности. Теперь наши стражи порядка будут больше походить на зарубежных коллег. Цвет новой экипировки останется синим. Предусмотрены три комплекта одежды. Летний, осенний, весенний, зимний, а также три пары сезонной обуви. Новая форма будет гораздо легче, сообщает Тенгриньюз. Из экипировки убрали галстуки. Классические туфли заменили легкими кроссовками с надписью «Полиция». В зимнем комплекте теплые ботинки, а на погонах будут красоваться вышитые звезды. На основе эмблем городов и областей создали специальные нашивки на правый рукав. Фуражки, в которых было неудобно бегать и прыгать, поменяли на бейсболки. Также в комплект теперь входят майки синего цвета. Для лучшей видимости полицейских на дороге на них будут ярко-желтые жилеты и светоотражающие лампасы. В женском варианте полицейские отказались от пилоток. Для сотрудниц органов внутренних дел предусмотрена фуражка, голубой платок и легкое платье. Для узнаваемости участковых разработана отдельная линейка обмундирования. Замена старой формы на новую будет проходить поэтапно. Первыми новые комплекты в течение года получат патрульные и участковые, а затем офисные сотрудники.